Обстановку на дорогах Темрюкского, Славянского и Красноармейского районов губернатор по телефону обсудил с главами муниципалитетов. Для тех, кто стоит в очереди на пути к Керченской переправе, Ткачев поручил обеспечить комфортные условия и особое внимание уделить вопросам безопасности. Водителям, которые не смогли занять места на специальных стоянках, необходимо организовать подвоз горячего питания и воды. В ходе разговора глава Славянского района Роман Синеговский доложил, что вдоль обочин, где были вынуждены припарковаться грузовики, установлены контейнеры для мусора. А рядом со стоянкой есть душ и помещение для отдыха. По поручению Ткачева контролировать обстановку на дорогах к парому будет краевая комиссия безопасности. А о ситуации с большегрузами глава региона потребовал докладывать ему каждый день.